Всем привет! Сегодняшний обзор про жидкое мыло, гель для душа и шампунь для волос. Все в одном от компании Dr. Woods. Это у меня уже почти закончилось, оно буквально у меня вот на донышке здесь совсем чуть-чуть. Это сырое черное мыло. Он на 99 и сколько-то там процентов натуральный, 100% веганский продукт, он мне понравился. Волосы я им не пробовала мыть, но муж моет, и в принципе все нормально, 99,3% да, натуральность. И состав у них очень хороший, полностью натуральный, классный, запах специфический, но мне нравится, ощущение чистоты после него остается, пенится отлично. Я покупала вот 946 мл, покупала очень давно, если посмотреть одни из самых первых обзоров, то есть вот он столько длится, пользуемся вообще очень часто, и закончился. И в следующий раз я вот заказала уже поменьше, потому что, ну, вижу, насколько его хватает. Здесь 236 мл, я заказала, там был миндальный, вот я думала между миндальным и лаванда еще была, и мята. Ну, в итоге заказала мяту, так как муж все-таки моет голову, поэтому, думаю, мята будет круче. Еще не пробовала, он новый. Просто сам факт, что, да, запах очень мятный. Сам факт того, что реально классный продукт, и ты как бы точно уверен в качестве, знаешь, чем ты пользуешься. Очень классно. Я готова заказывать это, там, я не знаю, и ждать по 2 недели, там, по 10 дней, но будь уверена в том, чем я пользуюсь. Вот такие вот классные средства. Я их очень рекомендую. Вот это вот черное мыло, оно вообще must have, классное. То есть для бани, например, если у кого-то любители бани, вообще супер, прям один взять, поставить, и этого литра вам хватит, я не знаю, там, на семью из 4 человек хватит, наверное, на... Не соврать бы, месяцев на 7, на 8, наверное. Вот, на этом все. Надеюсь, обзор вам понравился. Если вы пользовались любой продукцией этой компании Dr. Woods, то вы можете оставить отзыв на сайте, ссылку я дам в описании. За каждый отзыв у нас авторы получают реальные деньги. Вы тоже можете примкнуть к числу наших авторов и зарабатывать на этом. Надеюсь, обзор оказался полезным, и всем до новых встреч!